Рассмотреть предварительные итоги текущего года, оценить показатели эффективности работы в экономике, наметить конкретные планы и задачи на будущее, а также обменяться опытом. Цели проведения такого мероприятия, как Совет руководителей Ленинского района. 38 предприятий представляют его промышленность. В масштабах Бреста это более 57% от общего объема производства. За 10 месяцев текущего года они произвели продукцию на сумму 3,9 миллиардов белорусских рублей. Сейчас, когда меняются рынки сбыта, когда действительно меняется логистика, есть вопросы по закупке комплектующих, наверное, самое время здесь, в одном регионе, предприятиями, организациями между собой контактировать, где-то какие-то коммуникации выстраивать, в том числе, может быть, и кооперативные моменты, и логистика совместная, где-то точки и рынки сбыта, это тоже очень важно. Прежде всего, всегда на этих мероприятиях идет речь о социально-экономических вопросах развития района, развития предприятий, социальной структуры. Поэтому разговор всегда конкретный, деловой. Несмотря на то, что в текущем году приходилось работать вопреки обстоятельствам, это и сложности с потерей рынка Украины, санкционной политикой ряда стран, разрывом логистических цепочек и необходимостью переориентации экспортных потоков, промышленному комплексу Ленинского района удалось обеспечить стабильную работу и хорошие показатели. Несмотря на то, что есть, конечно, потрясения, которые извне нам идут, но тем не менее есть и свои у нас достижения. Выросла заработная плата в районе по сравнению с текущим годом, это 114,5%, это хороший результат. Вырос экспорт товаров, и при том, что мы рассчитывали где-то по году это будет 106%, мы сейчас на данный момент видим, что экспорт у нас составляет 116%. Конечно, ведется работа по усилению, значит, инновационной продукции. Мы видим о том, что убыточных предприятий становится гораздо меньше. Заработная плата выплачивается вовремя и своевременно. Ведутся работы по благоустройству территории. Принимающей стороной выездной части заседания стало на этот раз республиканское унитарное предприятие «Брестэнерго», где члены Совета руководителей имели возможность ознакомиться с важнейшими энергетическими объектами на территории областного центра. Мы подготовили два объекта. Один из них, который мы недавно в торжественной обстановке открыли с участием вице-премьера Республики Беларусь. Значит, объект построен в рамках программы развития белорусской энергосистемы, в рамках распоряжения президента. Предназначен данный объект для электроснабжения ответственных потребителей центральной части города, повышения надежности и развития потенциала, то есть подключения новых потребителей в центральной части города. Подстанция 110/10, уровня напряжения 110/10 кВт. Экскурсия получилась познавательной и содержательной. Присутствующим рассказали о том, как развивается и куда движется электроэнергетика, какие современные технологии применяются сегодня в строительстве и электроснабжении, а также насколько безопасным становится производство. Людмила Логодич, Александр Воронин, Андрей Щерба, Юрий Лимонтович, телекомпания БУК-ТВ.